А в Амге прошла выставка народных умельцев в рамках 14-й республиканской выставки «Якутия мастеровая». Эта выставка-ярмарка проводится ежегодно с целью демонстрации достижений в области сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел, а также выявления талантливых мастеров, работающих в русле традиционных технологий и авторов новых форм творчества. На выставке народные умельцы показали свои новые работы, которые тоже будут участвовать в Эсэхиолонхо. Мастера привезли изделия из конского волоса, дерева, металла, уникальные куклы и многое другое. В работе выставки приняли участие и кузнецы Улуса. Они продемонстрировали для посетителей свои изделия. Можно подержать, наверное. С прошлого года мы начали активно объединяться вокруг одной идеи для сохранения традиций в целях обучения подрастающих поколения по секретам, по навыкам древних кузнечного дела. Пока что официально у нас 17 человек, но мы знаем, что в каждом наследии еще есть ребята, которые занимаются кузнечным делом, и каждый раз нас становится все больше.